Слава Богу, братья, сестры, дорогая молодежь. Мы выбрали такое служение, которое, ну, самое тяжелое. И знаете, это служение иногда хоть не нравится нам, но мы его делаем. Но я все-таки хочу немножко подвести какой-то итог нашим молитвам. Не только сегодня, который у нас есть или будет, а вообще на дальнейшую нашу жизнь. Надо научиться не просто молиться, а домолиться. Кто с этим действием знаком, тот знает, о чем я уже сказал. Но я хочу на основании Божьего Слова читать и немножко с вами порассуждать, и мы также будем молиться. Можно делать много молитв, много можно поститься, можно много слышать пророческих слов, но так на высоту и не подняться. Что дает молитва? Что дает то или иное служение? Оно все библейское. Петь по-библейски, все написано. Молиться – тоже библейское служение. Слово читать – тоже по-библейски. И много-много таких служений, которые сегодня совершаются в нашем братстве, в наших церквях. Мы, кто-то больше любит петь, прославлять Бога, кто-то любит молиться. Ну и такие виды служения, они были и в Библии читаем, и распространяются по сегодняшний день. Но я все-таки хотел бы немножко о молитве, к чему должна молитва нас приводить, что человек должен от молитвы взять, к чему человек должен дойти в молитве. Вот я хочу зачитать Божье Слово. Это 1 Коринфянам. Я несколько мест Священного Писания буду говорить. Давайте мы прочтем. Конечно, молитва – это большая тема. Не все я скажу, но вот лежит мне на сердце сегодня вот это говорить. 12 глава, 1 Коринфянам, с 27 стиха и ниже. «И вы – тело Христово, а порознь – члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». 14 глава, даже с 13 возьму, 11 стих. С 13 главы, 11 стих можно высветить. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». 13 стих. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». 14 глава, с 1 стиха. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещание и утешение». Все не буду читать, давайте с 22 стиха этой же главы. «Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих.
Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто? Неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Братья и сестры, это тема нашего пятидесятнического движения, и на это нужно очень много времени, но я скажу хотя бы кратко, что собой представляет вообще молитва, а что собой представляет наша церковь, евангельская церковь, пятидесятническая церковь. И, знаете, проходя уже какой-то отрезок времени, я замечаю, что есть молитв много, но я не вижу результата. Возможно, и вы по своим молитвам не видите результата. И на это есть причина. Есть на это причина. Можно привыкнуть к молитве. Можно родиться и вырасти Савлом. Можно вырасти Никодимом. И это тоже неплохие люди. Вот почему-то в последнее время я замечаю, таких становится больше, больше и больше. Больше. И молятся, и постятся, и на съездные ездят, и пророчества слышат, и каются, но нет результата. И вот давайте мы немножко соберем, почему апостол Павел обращается к Коринфянской церкви, и он разъясняет самой церкви, в которой нет недостатка ни в каком даровании. Оказывается, есть все, но управлять не умеют. И когда мы читаем все эти послания, и первое, и второе, мы видим, что даже тот самый Павел, который апостол, пытаясь объяснить, разъяснить вообще саму структуру молитвы, пророчеств, дарований, они пришли к такому состоянию, эти люди, верующие, братья, начали сомневаться уже в Павле. Они его подставили под сомнение. Себя нет. И вот, когда мы с вами читаем еще одно место, я прочитаю 5 глава послания к Галатам, тоже несколько стихов. Постарайтесь немножко напрячь свой разум. Знаете, что птицы здесь тоже летают, которые хотят обворовать вас. Давайте будем читать с первого стиха, 5 глава послания к Галатам. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». 24 стих. Но те, которые Христовы, что они делают? Распяли плоть со страстями и похотями. 25 стих. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. И вот давайте мы будем, как верующие люди, а как в основном члены церкви, мы должны определять свое духовное состояние. Домолились мы ли? Молитва делает ли работу в нашем сердце? Работа Духа Святого, она совершалась, совершается и будет совершаться.
Братья и сестры, и я в этом не сомневаюсь, и в этом я вижу Божью работу. Бог Духом Святым употребляет свое слово, которое проповедуется, берет порой Господь в удел пророчествующих дар, и совершает работу, мы слышим, в нашем сердце обнаруживаются те тайники, которые наши. Вы сегодня каялись не в наших грехах, мы каждый каялись в чьих грехах? Кто помнит, о ком сегодня Господь говорил? О нас лично. И мы каялись в своих грехах. Кто-то еще не докаялся. И мы будем дальше каяться. Не только сегодня. Процесс. Святой сколько освящается? Еще. И вот Божьи принципы, они заложены в том, чтобы человека поднять. Сегодня братьями уже было подчеркнуто, где вообще человек может расти в долине. Там именно источник. Но мы должны понимать, почему долина должна быть, почему определенные обстоятельства должны в нашу жизнь приходить. И вот мы с вами прочитали, смотрите, мы получили с вами свободу. Итак, стойте в свободу. Мы за эту свободу не платили, и сегодня тоже вы ничего не заплатили. Вы просто приехали, и то, возможно, вас привезли. Господь прилагает все свое старание, потому что у него совершенная любовь. Он употребляет свое слово, свои действия, свою силу, свою власть. Он проникает в наше сердце, до кого-то достиг его голос, до кого-то еще не достиг. Это все по вере нашей происходит. И очень важно, чтобы мы всегда были в этом процессе. Никогда не надо останавливаться. Мы, как и Павел, и я себе скажу, и вам хочу пожелать, мы должны стремиться достигать Христа. Каждый день мы должны стремиться. Почему? Почему надо стремиться? Мы должны понимать, что при любом покаянии, какой бы ты ни был в молитве совершен, что бы ты ни приобрел в молитве, ну, я имею в виду о духовном состоянии, ты должен всегда помнить, что у тебя плоть остается. Это не тело, это греховная природа. Мы состоим, верующие люди, из двух составляющих – плоть и дух, дух и плоть. И самые важные факторы забывают верующие люди, что дух и плоть – это два врага. Никогда они между собой не договорятся. Никогда. И самый большой враг – наша плоть. Вы можете запоминать. Утром встали, к зеркалу подошли. Какие бы вы красивые там ни были, вот этот враг сегодня будет препятствовать для вашего духовного роста. И вот заметьте, к свободе вы призваны. Дарует нам свободу Христос. Я замечаю в последнее время, да это уже давно, молодые люди каются, грешат и каются. И так изо дня в день, с недели в неделю. Вроде ну все имеют, ну покаялся. Молятся. Нет результата. Смотрите, мы прочитали о дарованиях. Мы прочитали о Божьих действиях. Знаете, мы высокую планку порой берем на себя, не понимая, в каком мы состоянии берем служение. Здесь сказано о свободе в Иисусе Христе. Здесь сказано о работе Духа Святого над нами и в нас. И это будет постоянно. Но мы прочитали одновременно о служащих людях. И апостол Павел объясняет, чтобы нам не запутаться, чтобы нам не прийти когда-нибудь в неверие и в отчаяние. И сегодня уже многие в таком состоянии находятся. Кто-то устал от этого, от этой борьбы, кто-то устал от этих покаяний,
Потому что уже 25 раз каялся, кто-то 150 раз. И знаете, и враг душ человеческих, сатана, тебе шепчет, да что тебе выходить? Сколько раз ты каялся, сколько раз ты исповедовался, уже все равно ничего не поможет. И знаете, и этих людей становится больше, больше и больше. Вопрос, почему? Как бы замкнутый круг. Как будто Божье Слово не имеет такой власти и силы освободить вас. Имеет. Имеет. И когда мы читаем Писание, то причиной всего этого состояния мы видим, что за недостаток ведения гибнет народ. Бог, сегодня уже было сказано, свое слово поставил выше. Бог не поменяет свое слово. Можем кричать, можем громко, можно поститься, можно связные служения делать, это неплохо. Но поймите, если мы не будем жить по слову, не будем исследовать слово, дорогая молодежь, мы не удержимся. Знаете, пройдя уже какое-то время служения, я Богу говорю последнее время в молитвах такие свои тайны сердца. Я сегодня тоже слышал, что мне Господь говорил. Я радовался, утверждался, в чем-то каялся за свое неверие, переживание. Но, знаете, я к такому служению не привык. Искренне говорю. Если бы все время такие были служения, я вам скажу, в таких служениях мы не устоим. Поверьте, я правду говорю. Вот в таком, какое мы имеем сейчас, и если оно будет точно так, как сегодня и завтра, я вам скажу, мы Савлы. Мы дойдем до этого состояния, и уже многие к этому состоянию пришли. Ревность есть, но не по рассуждению. Они готовы огонь сводить с неба. Давайте спалим. Были такие братья? Были. И среди учеников. И Христос говорит, не знаете, какого вы духа. Он их не обижал, он их учил. Нас то же самое Господь сегодня учит. Не в том, чтобы нас укорить. Нет, братья и сестры. Слово Божье ясно говорит нам об учениках. Они, когда услышали, что Христос сказал, что вы примете силу, что вам надо дождаться в Иерусалиме, не все ли время ты восстановишь царство Израиля? Они так говорят, спрашивают. Христос говорит, ну не ваше дело. Ну ждите. Ну ждите. И знаете, вот почему такой процесс происходит? Мы своего врага забываем. Я хочу немножко подвести итог. Мы забываем своего врага. Мы получаем свободу в Иисусе Христе. Господь все сделал, чтобы нас простил. И когда Он нас простил, что делается с нами? Наш сосуд становится чистым, убранным, и написано, здесь заняты, а там он не занят. Мы всего лишь сосуд. Но этого состояния чистоты недостаточно, чтобы победить опять твою плоть. Слышите? Недостаточно. И Христос, когда мы читаем, Он и говорил ученикам, Он научил их, но Он не позволял им еще идти в труд в таком состоянии. Ждите, дождитесь. Они много знали. Когда был Христос вместе с Ним, Он отправлял по два в ту местность, в другую местность, и Бог совершал через них по повелению Его. Но когда они стали без Иисуса Христа, Христос в другом, можно сказать, варианте сказал, вы же хоть без Духа Святого ничего не делаете. И я скажу сегодня, мы многие делаем без Духа Святого. И результат налицо. И вот апостол Павел объяснял Коринфянской церкви, как работает эта структура. И мы должны особенно быть внимательны. Я не все, еще раз повторяюсь, буду говорить, но некоторые направления, чтобы мы, молящиеся люди, понимали, как все-таки прийти к результату, как увидеть результат.
Потому что эта структура религиозности, она легче усваивается, чем духовность. И знаете, и Бог вообще свое служение Духа через свое слово, он говорит, он выше его ставит. Славнее служение Духа. Наша задача с вами молиться так, чтобы достичь этого состояния. И вот смотрите, получив свободу, Павел в этой же главе Галатам говорит, поступайте по духу. Что это значит? Вот смотрите, когда человек кается, приобретает покаяние, он, я уже повторяюсь, он получает свободу, чистоту в духе. Обновляется дух, если не первый раз. Рождается эта духовная природа. И знаете, в эту рожденную природу приходит праведность Иисуса Христа. Я хочу это объяснить, я знаю, почему я это говорю. И это вам очень многим надо знать. Праведность. Но в праведность входит не просто одно слово. В праведность входит плоды Духа. Мир, радость, любовь – это составляющая Духа. И вот заметьте, когда вас Господь в свое время наполнял, вы не раз исполнялись Духом, крещение Духом Святым получали, молились Духом. И если вы входили в Божье присутствие, состояние сердца какое? Я помню, мы с братьями столько лет ездили, и знаете, бывали такие состояния, чисто вот как пример расскажу, знаете, едем, трудимся, и вот молимся, и знаете, и вот как-то не замечаем, что мы даже руки друг другу уже не подаем. Но я замечал другую реакцию. Как только нас, Господь, исполняем Святым Духом, мы все лезли целоваться друг к другу. И это вот много у нас свидетельств. Это правда. Братья, знаете, вот бывает такое состояние как-то, старые церкви всегда приветствовались, особенно старые дедушки, бабушки с бабушками, дедушки. А когда мы раньше попадали в такую церковь, и тебя старые дедушки целуют, иногда как-то так. Нам молодым было неприятно. А еще ж разные дедушки, то не бритые, то не такие. Но как только нас Господь наполнит, слушай, ты это готов дедушку расцеловать по несколько раз. И мы начинаем себя определять, что это за состояние. Вот это состояние, понимаете, не твое. Вот эта праведность приходит. Все. Вот это праведно. И вот за эту праведность, знаете, идет борьба. Сатана хочет сбить нас. Через кого? Кто знает, через кого он будет нашу праведность стараться расшатать? Через плоть. Через чью? Через нашу. Смотрите, что такое плоть. Мы привыкаем к некоторым грехам, которые стандартные. Вот сегодня вы слышите, стандарт. Но я вам скажу, Божье Слово нам говорит, иных поставил. Понимаете, Бог поставляет служащих. Понимаете, это для этой работы. И иногда нам кажется, меня Дух Святой научит. Братья и сестры, нет. До определенного времени или до определенной ступени Бог через своих сосудов, через служителей поднимает нас. Вот когда я был младенцем, то есть вот это наше младенчество, оно остается, мы не понимаем, мы можем молиться 9 часов в сутки, но это младенчество. Потому что слово идет все равно впереди. И вот апостол Павел объяснял Коринфянской церкви. И знаете, и вот сегодня даже многие не понимают о тех самых дарованиях. Но я подвожу немножко итог, так как вы в основном в своих церквях служите. Братья и сестры, здесь сказано не просто о даре пророчества. Когда мы с вами прочитали Коринфянам, то мы читаем, что пророчество же не для неверующих, а для верующих. И дальше мы читаем, но когда все пророчествуют, и войдет туда неверующий, что это за пророчество?
Если сегодня верующие не все понимают пророчество. Или не знающие в такое служение пророчествующее, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. Значит, я хочу сказать знающим, верующим людям, когда мы получаем свободу, когда рождается наш дух, когда мы получаем духовное крещение, мы должны свой дух, как и мы, я уже пропускаю очень много мест Священного Писания, мы должны молиться, там молиться языками. Но когда мы молимся, то мы говорим кому? Богу. Мы, наш дух молится, он говорит тайны Богу. Это наше личное. Уже это служение, оно не для аудитории неверующих. Там мы друг друга не понимаем, но мы в это верим, мы это переживаем, и мы эту молитву совершаем духом. И от этой молитвы идет назидание, укрепление. Мы свой дух укрепляем. Вот эту праведность, которую мы приобрели, она утверждается Духом Святым, укрепляется Духом Святым. И вот об этом Иисус Христос говорил ученикам. Не отлучайтесь, не идите без Духа Святого. Дождитесь. Никакое служение не делайте без Духа Святого, потому что враг через плоть, он через ваши эмоции, через ваши таланты, через ваши чувства, он Савла обманул, Никодим попал, другие братья. Не такие мы умные, чтобы не попасть под эти санкции. И многие попали. И, казалось бы, все правильно делают. Но это пророчество, смотрите, в чем оно отличается, можно сказать, выражается. Не просто так говорит Господь. Хотя и в это мы верим. И здесь написано, итак, что же, братья и сестры, я добавлю. Когда вы сходите, у каждого из вас есть псалом. У каждого есть поучение, есть откровение. Это наша обычная форма служения. Братья и сестры, если мы не сохраняем праведность, если мы не молимся на иных языках, если мы не исполняемся Духом Святым, имея при этом служение, таланты, песни, проповеди, свидетельства, братья и сестры, пойдет по уму. Что бы ты ни взял с этой Библии, оно все будет подходить. Но это не то прямое слово от Господа. Вера идет не от Библии, хотя Библия – это Божья книга. Вера идет от слышания, а слышание – от Божьего Слова. И вот я хочу сегодня молиться вместе с вами, на будущее оставить вам. Я хотел бы, чтобы мы, как церковь, как молодежь, которая сегодня так нужна Богу, чтобы мы понимали, к чему нам надо молиться. Покаялись – это хорошо. Наполняйтесь. Вы берите силу, наполняйте свой сосуд и научитесь молиться так, чтобы войти в присутствие Божие. Чтобы то служение, которое вы несете или будете нести, чтобы эти пророческие были песни, пророческие были слова. Я знаю, о чем я говорю. Я не много лет в этих служениях был. Когда идет, звучит псалом, я помню, когда мы с братьями служили в разных странах, и смотришь, нету. Тогда мы включали душевную сторону. Я говорю, братья, пойте свадебную. Берите, и мы пели, как группа. Братья, давайте этот псалом. А он не христианский даже, ну, верующий, ну, не для духовных. Там для мам, для бабушек. Знаете, и оказывается, когда ты понимаешь, что в каком состоянии находится народ, и ты имеешь это помазание, ты знаешь, как эту волну направить. И знаете, когда мы с вами сходимся, у нас должно быть не от самого кого-то автора. Братья и сестры, к сожалению, я замечаю, вот это меня настораживает. У нас много молитв. Братья, барановские, молодежь, другая молодежь. Братья и сестры,
Я вам скажу, мне плакать хочется. И иногда плачу. Наши молитвы, они просто по форме многие. Не, извините, что, может быть, кого-то раню, но по-другому вы не выйдете с этого состояния. Ревность должна быть от чего-то начинаться. Надо от чего-то отталкиваться. Так не может быть служение Духа. Молодежь, Бог хочет вас употреблять. Бог этого желает. Коринфянская церковь, Барановская, Лунинецкая, какая еще? Бог этого хочет, порядок должен быть. Бог поставил свой порядок. Не думайте, что вы сами достигнете этого, этой высоты. Ты был младенцем. Если ты не дошел до любви, иди спрашивай. Иди, пусть тебя учат. Когда церковь Иисуса Христа, мы читаем Деяния святых апостолов, они покаялись, Духа Святого получали. И только после этого, мы читаем, они пребывали ежедневно в учении апостолов. Так, такой порядок. Апостол Иоанн пишет в первом послании, говорит, мы видели, наши руки связали о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы свидетельствуем вам. Но мы хотим, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Ох, если бы вы знали, молодежь, как сегодня мы, служителя, ревнуем, чтобы наши церкви, они были исполнены Духа Святого, чтобы хора, группы, музыканты, певцы, они были исполнены Духа Святого. Мы привыкаем каяться и грешить, но это Божья работа. Слава Богу за эту работу. Но предоставьте себя, не ленитесь. Если тебя соблазняет рука, что Христос сказал? Если тебя соблазняет тот источник, и интернет, и другой, брат, сестра, ты однажды устанешь от такого покаяния. Ты придешь в отчаяние, в неверие. Тебе сатана запутает, и ты, уставший от покаяния, остановишься. Потому что если ты покаялся, после покаяния вырви, убери, удали с этих всяких источников. Почему мы сегодня говорим, я не могу от фильмов освободиться? Но ты же не выходишь оттуда. Я не могу освободиться от порнографии, но ты же оттуда не выходишь, дорогие мои, дети Божьи. Как мы сегодня ведем? Бог нас освобождает, кровь Христа нас омывает, вам дана печать Духа Святого. Вы этим не пользуетесь, вы это не берете, вы не молитесь. А если и молитесь, то только для своих какой-то выгоды. Боже, освободи меня. Боже, освободи меня. Брат, сестра, прежде чем освободи, выйди из этого. Не ходи на путь грешных. Не сиди в собрании развратителей. Вы сегодня многие побрали эти идолы, и вы держитесь их. Боже, меня освободи. Дорогой брат, сестра, вот поэтому наши песни не пророческие. Вот поэтому наши проповеди не пророческие. Мы хотим передать, но у тебя этого нет. Ты забыл, когда плакал от Божьего присутствия. Ты не входил в это присутствие. И поэтому, дорогая молодежь, братья и сестры, я скажу, эти молитвы долго не смогут быть. Поверьте, я знаю, это проходил. Если мы не будем видеть результата молитвы, не только в покаянии, а служения, вот хочется, знаете, чтобы запеть, исполниться Духа Святого, чтобы дух умиления пришел, чтобы исполнение Духа Святого, чтобы это были пророческие песни. Анатолий знает, когда мы начали раньше ездить, мы были, не понимали, это было 25 лет назад, примерно плюс-минус. И мы не понимали, почему нам не, в некоторых церквях не давали петь. Мы так обижались. Мы приезжали, а нам не давали. А потом мы слышали, говорит, братья пастыря, их уже многих в живых нету, подходили в вечность. Говорит, братья, если Дух Святой через вас не действует, не надо, научитесь. Если вы через 3 минуты вышли и нету Духа Святого, быстрее, аминь. Нам так тихонько говорили. И мы не понимали. А потом, когда мы поняли, то я сам это сегодня хочу сказать.
Вот поэтому, когда у нас нет, а мы это делаем, оно служение не вдохновляет. Мы вот такими головами все знаем, мы огонь сведем. Слава Богу, что Бог не дает нам этого огня, чтобы сводили. Мы этого обсуждаем, этого унижаем, то пастора не понимаем, то того не понимаем, то маму, то папу, и все у вас. Вы же крещены Духом Святым. Вы думаете, молясь громко и не подчиняться Божьему Слову, это высота, результат вашего служения. Дух Святой ничего не делает через вас. Вот это наша проблема. Поэтому, братья и сестры, я кратко, это очень важная сегодня тема. У нас сегодня молитвенное служение. Я знаете, чего хотел бы сейчас? Вот просто молиться. Давайте мы проверим свое сердце. У вас многих Дух Святой. Вы получили свободу. Бог простил. Это Его работа, Ему слава. Но дайте свободу Духу Святому. Загляните, попросите сегодня Господа, чтобы Он больше вас просветил. Давайте мы домолимся. Войдем в молитву. И будем делать всегда, с завтрашнего дня, чтобы уже завтрашнее служение у вас было пророческим. Давайте пожелаем. Не ложитесь спать. А если легли, то знайте, что вы уже домолились. Давайте, если мы задействованы в этом служении, будем делать, что Бог. И знаете, направляйте свою молитву только к себе, против своего врага. Потому что мысль, уста, взгляд – все, он вас обезоружит. Поэтому из Писания говорит, обличайте в духе кротости, чтобы не быть искушенным. Не каждому это дано, а вообще оно не дано нам. Это более служительская работа. А мы должны быть в смирении, в послушании. Я хочу вас пригласить. Коленопреклоненная молитва. Встанем на колени и вымолимся. Давайте по-настоящему. Господи, аллилуйя. Отче, Господи, наполняй Духом Святым Боже, дай сегодня каждому крещенному Святым Духом молиться на иных языках. У нас сегодня молитвенное служение. Господи, дай эту молитву. Ава Отче, молодежь, давайте будем молиться. Дайте свободу Духу. Пусть Дух молится. Он говорит тайну Богу. Будем молиться, чтобы соединяться. Будем молиться, чтобы Дух Божий еще больше нас вводил в Его потоки. Чтобы нам достигнуть в молитве Господа. Чтобы нам исполниться Святым Духом. Чтобы нам радоваться в Духе Святом. Молимся, молодежь, смело. Вы и Бог. Вас Бог слышит, нас Бог слышит. Аллилуйя, 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 Ава Отче. И вот так Господь говорит, народ, кремен фрадес кемен, как часто вы пользуетесь кремена фрайда, Ава Отче, другими источниками. Ламинес кемен фрайд, Ава Отче, и эти источники не позволяют сегодня ремена фрайда вам, Ава Отче, соединиться со мною, говорит Господь, дети мои. Ровис Каменфрайд, некоторые задаете вопрос, Господи, но почему на другой молитве мне было легче, Леменфрайд, но ты, Алманафрайда, Ава Отче, наполнялся Леменфрайда не от моего кромена Скаменфрайда, Ава Отче, огня, кромена Фрайда, от того огня, который был там, кромена Скаменфрайда, а я хочу, чтобы ты был, Алмана Фрайда, источником, тем кромена Фрайда, от которого могли бы Алмана Фрайда и другие наполняться, Ава Отче. И поэтому кромена Скаменфрайда Фрайда, дети мои, Ава Отче, у многих угашен Дух Святой, кромена Скаменфрайда, Фрайда, языки остались, но угашен кромена Скаменфрайда, Фрайда, потому что чуждые источники и
не разорвали вы своих отношений, хотя много раз обещали, кроме Неске Менфрайда. А я хочу, чтобы вы были светом Ромена Клайда и примером. Если бы вы знали Кромена Фрайда, какое Кромена Скаменфрайда время идет, и как хочу Кромена Клайда, а воочию, чтобы народ мой стал Кромена Скаменфрайда, а воочию на стражу своих сердец. И как хочу, чтобы народ Кромена Клайда стал Алмана Фраменглайда и искал Бога Алмана Скаменфрайда. О, как многие сегодня и здесь ищут Господа, но ради своих выгод Алмана Фрайда, ради себя, Кромена Фрайда. А кто пойдет ради меня? Слышите, сыновья и дочери, а кто пойдет ради меня, говорит Господь, Кромена Фрайда. Есть ли здесь такие Алмана Крайда? Где Елисей? Где Илии? Где они, Кромена Скаменфрайда? Посмотрите, Алмана Скаменфрайда, как многие хотят мою благодать использовать для своих алманнужд, авоотче, для своих желаний, Кромена Фраменглайда, для своих потребностей. А где мои, Ава Отче? Где мои, говорит Господь здесь, Кромена Фраменглайда? Сыновья и дочери, ревную я вас, Алмана Фрайда, по вас, говорит Господь. Ревную о своем деле, Кромена Фрайда. Кто пойдет, Кромена Фрайда? О, много молящихся, много желающих, но оставить свое «я» не можете. Лема, оставить своих волов не можете. О, Кеменхрайда, оставить не можете. И поэтому сегодня много слова оправданий Алмана Фрайда. И тексты Писания нашли, оправдывают Кромена Фрайда. Да, сын мой, оправдываешь и ты себя. Говоришь, а кто семью мою будет кормить? А ты до этого кормил ли? Ламена Фрайда, а ты до этого ли заботился о них, Ламена Скаменфрайда? Откуда у тебя такие мысли? Это ты хочешь, Ламена Фрайда, и мне служить? А воочию, сын мой, это ты такой сегодня ученик у меня? Сын мой, Ламена Скаменфрайда, если я свою милость отниму, если я зажму руку свою от дома твоего, будешь зарабатывать, будешь заботиться, но ничего не сделаешь, Ламенфрайда. Посмотри на Ниву, посмотрите на Нивы мои, как они побелели, как они поспели к жатве, Ламенфрайда. А мысли у тебя, народ, какие? Ламенфрайда, как разбогатеть? Как, Ламенфрайда, стать успешным? Как приобрести то или другое? Ищешь куда, Ламенфрайда? Дети мои, Ламенфрайда, я сегодня здесь. Я сегодня хочу, Ламенфрайда, сказать, полюбите Господа. Полюбите то, что хочет Бог от вас, Ламенфрайда. Как многие идут в ад, не знают меня, говорит Господь. А кто пойдет? Ламенфрайда, и увлеклись многие различными служениями ради оправданий. И молятся, и постятся, и делают что-то ради оправданий, что я сделаю. Сын мой и дочь моя, не будет, Ламена Крайда, результата, покуда не отдашь полностью себя на служение мне, говорит Господь, покуда полностью не уберешь чуждые источники, и я для тебя стану драгоценностью, Ламена Фрайда. И вот поэтому сегодня я и собрал вас, Ламена Фрайда, и воочию предлагаю себя, Ламена Фрайда, полюбите меня, съедините со мною, положите в свое сердце, не отпущу, пока не благословишь. Нет, не пойду я, а ты ждешь, когда закончится, а ты ждешь, когда еще какое пророчество тебе сказано будет. Дети мои, сыновья и дочери, возревнуйте, ибо враг обольстил многих и обольщает многих, Алмана Фрайда, и знаете, обольщает самоправедностью, уверенностью, Ламена Глайда. Дети мои, съедините со мною, полюбите меня, Кромена Фрайда, ради Иисуса отдайте все ненужное, оставьте, отдайте все, Кромена Фрайда, человеческое, и вот тогда увидите, буду сходить, Кромена Фрайда, вот тогда буду удостоверять и утверждать,
только тогда, а сегодня время соединяться со мною. Аминь, Ава Отче. Помолимся еще, Господи, слава Тебе, Господи, за Твою благодать. Слава Тебе за Твою милость. Господи, Ты ревнуешь о нас, Ты ревнуешь о народе Своем, Ты ревнуешь, Господь, о том, кто бы пошел, Ава Отче, ради Тебя, Кломенескеменефрайде, ради Твоего дела, Кломенескеменефрайде. Помолимся, молодежь, еще хоть пару минуток. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже, дай нам оценить свое сердце, дай нам сегодня сделать оценку самому себе, кто я, Кломенефрайде, на каком я этапе, где, Кременеглайде, я, что мне сегодня нравится, Господи, я знаю, Ты любишь, Господь, нас, но Ты любишь народ, Ты любишь, а во очи дело свое, чтобы спасать, лови кеберкалде, рови теребадачалде, коберекалде, скеменефрайде, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе, Олеге Стоме Кельде Фрайде, а вы Отче, Господь, благослови народ, во имя Иисуса прошу. Господи, благослови народ, благослови молодежь, пусть, Господь, эти слова, они, Господь, зажгут наши сердца ревностью, Господи, по Божьему делу, по Божьему, Господь, делу. Господи, прости нас, прости меня, прости нас, Господи, что мы любим сегодня себя больше, нежели Тебя. А Ты хочешь, чтобы мы Тебя любили, чтобы дело Твое, Господь, совершалось на нашей земле, в наших собраниях. Пусть в наших собраниях будут пророческие, Господь, служения, духовные служения. Господи, таланты пошли впереди, разум пошел впереди, и так порой тесно, и не обнаруживаются эти тайны, и люди не каются, и не совершается работа Твоя. Господи, я прошу первый, прости меня, прости нас, Господи, и дай, Господь, нам ревность и дерзновение искать Бога и отдалиться от греховного, от чуждых источников. Благослови нас и дальше в этот день, Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.